Готовы ли жилые дома к предстоящим холодам, проверяет рабочая группа. В ее составе представители департамента городского хозяйства, обслуживающих организаций и сотрудники МЧС. Специалисты уже побывали в Карачаево и Лембияхе. Сегодня особое внимание уделили деревянному фонду. Комиссия осмотрела теплотрассы и теплоузлы, чердаки и подъезды. Какую оценку работе управляющих компаний дали инспекторы, расскажем прямо сейчас. Снаружи этот дом, обшитый сайдингом, выглядит как новый. Однако проверяющих интересует, что же внутри. Специалисты осматривают окна в подъездах, электросчетчики, теплоузлы. Это здание по адресу Южная, 32, находится в управлении Уренгойжилсервиса. Из 311 домов, за состояние которых отвечает управляющая компания, примерно четверть – деревяшки. С каждым годом такого жилья в городе все меньше, а работы, чтобы привести его в порядок, все больше. Ежегодно сносится большое количество по программе. Вот в этом году было снесено почти 25-26 домов наших, которые управлял Уренгойжилсервис. Ну и, конечно же, с каждым годом фонд ветшает, и больше внимания требуется и к инженерным сетям. Постоянно аварийные ситуации возникают. Срок службы этих сетей уже вышел. Это очень затратно. Коммунальщики рассказывают, провели плановую промывку систем тепло- и водоснабжения, поменяли вентили и задвижки в теплоузлах, выполнили и другой мелкий ремонт. В теплотрассе заменили участок трубы, только заизолировать его пока не успели. Проверяющие просят устранить недочет. Трубы должны быть заизолированы в целях того, чтобы не перемерзало, то есть чтобы сохранить тепло. Вот так должно быть. Это тоже изоляция, которая на вот такую трубу одевается. Поднимаются специалисты и на чердаки зданий. Осматривают все до мелочей, чтобы зимой у жильцов не было претензий. Осмотр кровельного покрытия, наличие утеплителей на вентиляционных выпусках. Вот, то есть то, что у нас в зимний период может пострадать в результате перемерзания низких температур. В 32-м доме по улице Южной коммунальщики укрыли чердачное перекрытие сыпучим утеплителем. В 34-м – двумя слоями минваты. Обещают, холодно не будет. Особых претензий к работе управляющих компаний у проверяющих нет. Говорят, все выявленные недочеты будут устранены в рабочем порядке. Общая оценка хорошая. Управляющие компании не стоят на месте. До начала отопительного периода, с учетом мелких наших замечаний, которые мы выявили, в зиму зайдем благополучно. Комиссия завершит инспектирование домов в конце августа. Тогда и можно будет дать общую оценку работе управляющих компаний за лето. Елена Куликова, Людмила Завгородняя, Артур Цивилюк, служба новостей «Импульс».